Итак, друзья, как эта штука называется? И когда надо, и когда. Люлька. В общем, да, мы пакуемся в крутую кабинку, которая отведет нас на крутую гору с прекрасным видом. Калинин, Цветаев, Виктория, все здесь. В общем, пакуемся. Вау! Вот что забери. Такая вот история. Все в сборе. Абсолютно все. Все нормально, можете закрывать. Отлично. Минута 20? Ой, отлично. Самая оптимальная длина ролика. Раз встаем, да. На Тбилиси. Ну что, раскачаем эту кабинку. Не знаю, я все-таки... Советский период было интереснее, более экстремально. Такие и... вот открытые, как в Одессе, открытые, в Ялте, да? Да, и класс был. Захотел, нырнул сразу к рыбам, да? И чертовое колесо жадно. Когда я там катался, как на чертовом колесе, значит, абсолютно никаких ощущений. Такое ощущение, что в косе выбомбил. Абсолютно никаких ощущений. Ну, а какой-то же должен быть. Ну, экстрим? Ребята, секретная терраса. Destination. Посмотрите внизу. В общем, ой, это чётенько. Посмотри, а вверху еще вип-вип. То есть есть вип, а есть вип-вип еще. Вип-лакшери. Элитство, богатство, шляхетство. Лакшери. А вон и бассейн. Посмотри здесь. О, какой миник. Супер. Вилла Шарде. Шарде там где-то улица. Я там вчера тусил только. Кальян курил. Ух ты, шикарный вид. Это больше, чем минуты 20. Заметьте, облагораживают крыши. И вон мост. Мост мира. Так, где мы приблизительно живем, интересно? Где-то там, наверное, да? Вообще не видно. Нет. Мы живем по... Сумасшедший красивый батон с высоты. Ну, практически птичьего полета. Вот Георгий, Святой Георгий видит? Победоносец? Да, вот там и вы живете. Все на камерах. Crazy. Все, уже почти приехали. Виктория. В наш пункт назначения. Опа! Притормозили. Сори. Первый пошел. Опа! Вот так вот, значит. Обалденчик. На этом все, друзья. Ждите наших новых видеороликов и видеосюжетов из Грузии. Тот самый мост. Мост мира. Так, а где наша гостиница? Ага. Вот здесь вот. Значит, самый центр. Площадь Свободы. И вот там вот здесь вот. Наша гостиница.